Хайп на 4 протокола. Тот случай, когда хвостовство в Инстаграме стал поводом для расследования. На днях молодые люди на иномарке, игнорируя правила дорожного движения, проехались по световому пешеходному мосту в Чебоксарах. То ли решили полюбоваться красотой залива из окна машины, то ли решили показать, что им закон не писан. Свидетельство своего дерзкого поступка один из участников веселой гонки выложил в сторис Инстаграм. Тем самым помог правоохранителям. Как сообщили в пресс-службе МВД Почувашии, водителя нашли. Ему 21 год. Права он получил год назад. И за это время уже 12 раз попадался на нарушениях ПДД. В отношении 21-летнего водителя составлены протоколы по 4 статьям Кодекса об административных правонарушениях, а именно за движение по пешеходным дорожкам, управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных знаков, нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства и уклонение от исполнения административного наказания. Максимально водителю грозит штраф в размере 3500 рублей и административный арест на 15 суток. Сейчас его доставляют в суд.